Баба Вика! Слушай! Люблю больших, люблю бомбастых, люблю больших. Люди, повем вам, та такая-то реклама. Да. Я видел, вот это кидали недавно в беседу. Я такая все время. Но зато все поймут, кто даже совсем плохо в английском, ну, типа, вообще не шарит в английском, как мой батя, например. Пожилой флекс в 4 утра! У-ху! А на самом деле прошло 60 дней! Она так обычно бывает. Ты мне коробку в одну из это от нового-то достал с балкона? Там холодно. Сейчас. Да уже все времена года пришли, любимые. А вот дочка и сын едут. Это когда газель десятка ебалась, понял? Получается такая машина. Пикап. Вон мама поехала. Хорош. Да, подразлили чуть-чуть. А да это еще машину с отдал. Это просто Нарюша. Это такой флирт, да? Да, это Нарюша. Да. Такая, человек, это я пришла, это я. А вот он такая, тебе недостаточно очков, повернулась, такая пихает. Ну, видишь, это я. Все, максимально сосредоточен. That is new Range Rover. Фига. Забавно. Ауч, у меня аж колено заболело. Не надо покупать машину. Она это обуза. Бензин дорого. Ремонт, страховка, на учет. Наша тепличка. Пленка говно или... Своего рода попыт получился. Надоело у нас жить. Она к соседу полезла. Наша тепличка, надоело у нас жить. Она к соседу ведом, ветром сдула. Ну что-то, видать, забор хороший, не смогла перелезть. Ну, надо на цепь сажать. О, чтобы очко не надо было. Не, с одного. Что, не жена не знает? Хера себе. Хитро. Там он следующий уже стоит. Ой, ё-моё. Я вот не пойму, это там пробоина или же это перелил просто? Перелила. Это не нормально, так не должно быть. Да, перелил, через верх хуярит. А куда смотрит, где глаза? Ну, я не знаю, куда-то. Типа, смотрит, сколько бензина выходит. Ну, типа, все ли дольют? И похуй, что уже через верх пошло. Чуваки, поругался с малой, он губы надула, а мириться не хочет. Ир,
Давай мириться. Жень, не хочу, побудет день без меня, поймешь, как тебе. Какие сложности, когда надо побыть без нее, чтобы попить пиво и поесть рыбы. Я тут вспомнила, как ты тусить уходила, и у меня был такой день одиночества. Я так скучала, я так скучала. Ах ты коза! Смотри, тут новости корейские шоу, тут, короче, миска с чипсиками, кружка с пивом, вообще кайф еще. Полицейского кинолога с собакой. Такой, можно погладить? И кинолог такой, да, подходи, она не кусается. И собака такая, да, подходи, блядь. Я помню, да. Это картина, фотку. Так, что это? Это Барби. Это когда сделали постановку, учитывая все современные тенденции. Так он еще курит стоит. Мне нос облазит. Вы в поезде либо в армии? В поезде, да. Чух-чух-чух-чух-чух. На зоне. В поезде или в армии? Да. В армии. 7 лет уже в поезде. Ну дальше, прикол же дальше идет. Не похер, мне нравится котик. Давай целиком уже посмотрим, не даешь мне посмотреть. Ладно. Помни, ты не алкоголик. Ничего. Это, остальное можно было и не вставлять просто. Эта симфония была бы несовершенна без котика. Ну, нет, я имею в виду, что симфония там нахер не нужна была. Котика было достаточно. Ну, лично мне. Котическая симфония. Кошиная, кошачья. Просто так прикольно пищал. Ты бесстрашный воин, который путешествует по эмоциональным волнам через жидкие порталы, скрытые в стеклянных сосудах. Нужно бояться в походных условиях не открывать консервные банки, когда у вас есть вот такие наши отечественные таблетки. Они не доведут консервную банку до взрыва. Не беспокойтесь, они вообще мало на что способны. Капец, надеюсь, его не покрошило. Ну, лишь открыть надо было банку. Ну, видимо, она не должна была взорваться, она должна была прогреться, и все. Все равно чуть приоткрыть. Открыть надо, конечно же. Бобус, блин. Мы, это, сухпай жрали, которых, ну, под срок был. И батя соседа, короче, ну, друга нашего давала. Мы, короче, ездили на речку купаться, и он притаскивал, мы жрали. И с этой разогревали, и на костре разогревали, там просто, всякое. Она не взорвется, она здесь способна взорваться. Это очень опасно, видишь, да, как ебало полетело. Знаешь, лучше открыть, чем думать, взорвется, не взорвется. Ну да, типа чуть-чуть буквально, чтобы этот, если что, выходило давление. А там в любом случае будет давление. Ну да. Она же герметична. Солит. Охранительная маска. Да. Ну, а всем так идет. Накрашенный сел. Да. Новые модные шорты теперь. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Я так и не купила куличиков, они пропали, прикинь, из магазинов. Да? А совмещать вот это и это, а я совмещу. Арманым, баба нерде чаршафым. Да.
Кто бы сомневался? Как хорошо, что я не мужчина. Что? Ты себя так и не ведешь. Я просто все эти этапы прохожу внутри себя. В смысле? Поэтому я себя так не веду. Ну могу поплакать. Это мой максимум. Ну, у тебя же не всегда я виноват. Да, и я, дура, тоже виновата. Ну вот, а тут-то суть в том, что муж всегда виноват. Ну, как бы все люди разные. Это просто такое человеческое свойство себе выкрутить так, что не виноваты ты. Да. А, тоже. Иди, милота. Боже мой. О-тё-тё-тё-тё. Милашка. Машины лучше в мире, чем Фольц. Ну вот, срезали. Он его еще там за ухо кусает. Volkswagen T4. Встречайте обзор на Volkswagen T4 Caravella. Ржавые арки, 15-дюймовые штампованные оригинальные диски, удлиненная база, шторки, распашная дверь, зеркала в цвет кузова и дворники, заглушки вместо противотуманок, стеклянные фары, мухобойка, черная решетка радиатора с фирменным значком Volkswagen. Атомный реактор, турбодизель объемом 1,9 литра, мощностью 68 лошадиных сил, разгон до сотки. Лучше не пытаться. Лучше не пытаться. Мне все время у меня все время какая-то это. Я сразу все. У нас говорят Volkswagen, хотя там Volkswagen. Volkswagen. Там ВВ. Нет, ну говорится Volkswagen. А почему Volks? Откуда там В? Как оттуда! Потому что не все произносится в различных языках, так как ты хочешь. Да, как ну тебе ладно. Кажется, на латинице оно должно произноситься. Вот у меня все время из-за этого значка проблема. Это подъемники с энергосбережением, руль из кожи крокодила, магнитола Пионер, ручной климат-контроль, механическая коробка передач и ручник. Подушка-безделушка, трехместный задний ряд, игрушка-развлекушка, чемодан инструментов и вообще просторный салон. Люблю не только хейтеров, но и подписчиков. Ладно, мне пора на следующую съемку. Давайте. Почему-то не спрашиваешь, почему Рамштайн, а не Рамштайн. Ну, там понятно, почему Рамштайн. А с Volkswagen... То есть с гласными это работает, а с согласными нет. Ну, там все равно Рамштайн же написано. Написано. С чего бы там Рамштайн был написан? Рамштайн там написано. Ну, Рамштайн написано. Я не знаю, короче, неважно, ладно. С Volkswagen у меня все сложнее. Оно более это как-то не вписывается. Хорош. Губнуха. Что моя девушка ожидает, когда она мне показывает свои, это, а, свои новые ногти. Ну блин. Че, вроде любимый не постарался. Какая красота. У Саши на опережение всегда играл. Типичный кот. Как я на опережение играл? Что ну ты... покажи, что ты там сделала. Я такая, оп. Да, я уже. Ууу, прикольно. Ну блин. Когти. Как бы и ничего тебе это не стоило, а мне приятно. Типути. Гораздо смешнее, когда я хожу такое вихрастое чучело, когда крашу волосы и такая потом уже это все просто. Смотри, что получилось! Еще там нихуя не понятно, что получилось. Ручку левую на грудь Андрею, Андрею, ты Андрею, красиво будет. Андрею. Андрей такой, ладно, все норм, меня устраивает. Левую руку, левую, да? Ha 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 ha
своим пришел. Не оценила она его. Хозяйственный. Ну, старания не оценены. О, вот это стол. Стол-пол. В Средней Азии. Зато ничего не перевернут. Хотя... Знаешь, если кто-то своими немытыми ногами туда залезет? Ну да. Ты знаешь, как на пикниках бывает, кто-нибудь умудрится. Конечно. Стол не перевернут, вот что это. Вопрос, а зачем он такой большой, как доставать из середины? Это для зрелищности. А, ну, возможно. Как, ты как будто застолье собираешь, чтобы людей накормить. Застолье собираешь, чтобы повыебываться. А, мне не понять, ясно. Батончика с беброй. Знаешь, мы с тобой даже по 8 человек уже не собираем, что пошли и все нахрен. Можно 2 батончика с беброй? Че поделать, ты малолетний дебил, по-другому до тебя не доходит. Какие грязные пальцы. Кошмар. Как бы можно было просто сказать проще, ну плеваться-то чё. Видимо, он её заебал просто. Походу. Это была мороженка? По-моему, да. Ну да, это мороженка. А ты ещё говоришь, я быстро мороженку ем. А в чём просто смак? Я не понимаю. Скушать. Заменили тазобедренный сустав. Полностью. Все заменили. Ах ты моя. А, вот, вот я увидел. Спасибо за просмотр. До скорого.